И я тебя люблю. Пока, сына. Да. После того, как завезла детей в сад, мы сегодня, кстати, проспали. Все, иди обувайся. Заехала в Магнит, а там и Альметте, и Хохланд, все со скидкой, поэтому купила с зеленью и хлеб. Тостовый делала себе на завтрак тосты. Помимо того, что мы проспали, еще и сейчас поедем к стоматологу. У Гришки один зуб еще не выпал, а второй уже там растет, ну, как он говорит, чувствует. Я, если честно, там ничего не заметила. Ну, посмотрим, сейчас съездим до стоматолога, узнаем, пусть он посмотрит. Так, ты точно его чувствуешь? Я просто его вообще там не заметила. Там. Так, в общем, все, рассказываю. Приехали мы с больницы, ничего Гриша не делали. То, что внизу черные зубы, сказали, они уже будут меняться. Вот, а то, что вверху, Гриша просто чувствует небо. То есть там не зуб, там небо, все посмотрели. Если честно, так переживала, он сам так трясся, и я же сама очень боюсь стоматологов, хожу уже в самый последний момент, знаете, вообще хожу к стоматологу, когда уже забеременею, это так ржачно, когда я уже беременна, я прихожу к стоматологу, и уже там как бы особо ничего не делают, ну то, что нужно, естественно, лечат, но надо было бы раньше, конечно, ну в общем, ладно. Сейчас буду готовить суп. Уже соскучились все за жидким, поэтому сегодня достала индейку, уже сварилась она, так что суп на индейке будет. И что у нас еще сегодня по плану? По плану еще пряники заказывают, поэтому будем делать пряники. Сегодня нам еще вроде бы на день рождения, и, в общем, хочу испечь тортик такой из пряничного теста, в общем, давайте делать это вместе. Так, Григорий уже обедать. В общем, Гриша уже обедает, это Аня звонила по поводу справки, надо же сегодня документы, да, на питание. В общем, с питанием вообще не было проблем, но я имею в виду с документами, мы просто раз сдали справку соцзащиты о том, что мы льготники многодетные, и все, сдавали на питание ежемесячно учителю. Сейчас там нужно какие-то договора заключать, вот, но я там все подписала, и сегодня нужно это все Грише отдать. Не знаю, что там меняется, но, по-моему, там что-то будет уже по-другому, раз уже договор на питание. Так, Григорий в школу приехал. Пойдет сегодня на первом уроке на масленицу, да? Там какое-то представление. 100 рублей стоит. Ну все, Зай. Скажи, Людмиле Валентиновне, я завтра документы тебе передам, понял? Да. Все, давай. Ты взял сменку? Я наконец-то буду обедать. Сейчас еще заехала на почту. Мальчики уже не первый раз присылают пакетики и вовремя. Вот мои уже закончились. Даже пришлось у родни несколько занять. Но я ей обязательно отдам. Они даже не пригодились. А вот новенькие пришли китайские. Они очень хорошего качества, не рвутся. Вот, поэтому мне нравится. Я заказываю самые небольшие, потому что мне большие не нужны. Для айсинга. С ними тогда неудобно их держать в руке. Вот эти вот, ну, по-моему, эска. Ну, вот это вот написано эска. А на вот этих я что-то не нашла. Но размер у них, по-моему, одинаковый. Поэтому, ну, чуть-чуть они вот здесь вот длиннее на сантиметр. Ну, вот эски прекрасно. Ну, то есть, больше не надо. Буду кушать суп. Решила с томатной пастой рисовый суп сварить на обед. С индейкой, вот мяско пообирать. И еще у нас салатик из морской капусты с крабовым мясом. Не знаю, почему я его купила, вообще не знаю. Вот. И еще вот такой вот альметте. Я уже говорила, что по скидке сегодня в Магните, так что я тут набрала альметте, потому что оно очень вкусное. Ну что, вот все остатки теста, которые у меня остались после пряников. Вот 14 февраля, в общем, здесь вот эти еще покрупнее кусочки, а здесь есть совсем вот маленькие. И вот здесь вот просто сборная какая-то солянка. Все кусочки складывала в один пакет. И что хочу сказать, в общем, они не испортились, они прекрасные, они все лежали в холодильнике. В холодильнике они могут храниться до месяца, и в морозилке еще, ну, можно, да, если знаете, что вы тесто не используете, положить его в морозилку. И, в общем-то, из них сейчас буду делать, знаете, что
Вот торт в виде буквы В, вот такой вот. Уже распечатала шаблон, просто нашла в Яндексе, да, погуглила, что называется. Вот, и сейчас из этого всего буду сразу на вот этой вот тефлоновом коврике раскатывать тесто. Наверное, не очень толстое, скорее всего, не 6 миллиметров, а 4. Ну, в общем, сейчас посмотрим, как будет. И буду выпекать 10 минут также. И что хотела сказать, и тогда тесто уйдет, то есть на торт. У нас будет торт очень модный, кто видел в Инстаграм, буквы, цифры любые. То есть шаблоны, сердечки, кружочки, квадратики. И вот здесь будет крем у меня чиз. И сверху прянички тоже. Сейчас нужно подождать, чтобы тесто растаяло немножечко, да, оно же было в холодильнике, сливочное масло в нем застыло, оно очень-очень твердое, поэтому сейчас подожду, чтобы его хорошенечко в одну гладкую, в общем-то, массу, то есть вот сейчас оно все холодное, ничего не соединяется нормально, а только вот такими вот штуками получается, то есть оно не гладкое. Сейчас оно подтает, все хорошо, его еще раз вымешаю, чтобы оно было гладкое и ровное. Крем я сделала. Это 3 пачки вот такого вот сыра. Он сейчас вообще по 67 рублей. Мне кажется, это он очень дешевый. И крем из-за этого становится еще вкуснее, потому что он уже не такой дорогой. Обычно чуть меньше 90 рублей. 88, 86 в разные дни стоят. А вот сейчас в Магните скидка 67 рублей. 3 пачки. Немножечко сливок для взбивания, ну вот у меня это шантипак, можно и другие брать, то есть это прям растительные, ну естественно можно и другие, которые животные. И меньше чем 150 грамм, даже тут было меньше, потому что я уже расходовала где-то 120 грамм, ну по вкусу надо пробовать, сахарной пудры я ее просеяла, потому что здесь вот эти вот комочки все-таки попадаются, вот. И сначала творожный сыр, 3 пачки, холодный творожный сыр взбила сахарной пудрой, потом влила сюда шантипак, совсем на глаз немного влила и начала взбивать, то есть сливки взбились, крем получился достаточно густой. И сейчас я накрою его пленкой и холодильник. Если прям вам нужны точные пропорции крема, то это ищите в интернете у кондитеров, у них там все точно, все в граммах. Я все-таки все делаю на глаз и на вкус. Я уже раскатала тесто. Следующая насадка, то есть я сняла оранжевые шарики, которые были 6 миллиметров. Следующая насадка 3 миллиметра, но я думаю, что это вполне себе нормально. И сейчас вырежу букву В, уберу все лишнее и буду выпекать, не знаю, сколько минут, может быть, даже не 10, буду все смотреть по тесту. Резать мне я уже, по-моему, показывала, чем я режу. Уже даже не ножичком, а вот таким вот масхетином. Вот таким вот заостренным. То есть им не порежешься, но тесто пряничное, он прекрасно режет. И все, я прекрасно, как будто, ну, вот такими движениями вверх-вниз. Все это вырезаю аккуратненько. Все, сейчас неудобно снимать, так что буду вырезать и выпекать. 180 градусов, минут не знаю сколько еще. Я испекла уже 2 буквы, все, вот эту держала 8 минут, вот эту 10, все-таки 4 миллиметра лучше держать 8 минут, 10, вот видите, немножечко подпеклись, так что съедим эти пряники сами. Вот, а вот эти вот пойдут на украшения, вот эти вот маленькие, и, ну, от крема они все равно, несмотря на то, что вот здесь подсохло, от крема все равно пряники такой гигроскопичный, я бы сказала, материал, если так можно сказать про еду. То есть они влагу впитывают и становятся мягкими. Поэтому это ничего страшного. Ну, вот эти вот просто будут дома. Вот, а сейчас еду за справкой. Мне, оказывается, тоже дают справку о составе семьи. Там у них что-то изменилось вообще с расписанием. Так что сейчас быстренько поеду до 4 часов. Вот сейчас 3:05. Вот, возьму справку о составе семьи и приедем собирать тортик. Как раз все хорошо остынет, крем охладится и вот эти вот пряничные коржи остынут. Так, все, я уже приехала. Хочу собирать торт сразу в коробке. Это коробка для капкейков. По дну она точно. То есть я ее собрала, прям положила сюда цифру и на низ положила
рукав для запекания, в общем, отрезала, чтобы коробке не прикасался крем. Вот. И сейчас буду собирать прям в коробке, вот так вот. И потом просто соберу коробку, она очень легко собирается. И все. Ну, я так надеюсь, что получится, а там посмотрим. Не знаю. Так, смотрите, что получилось. Если честно, крем немножечко жидковат. Нужно было поменьше сливок добавить, но все равно он стоит, что называется. Вот, добавила еще в серединку. То есть я вот такие же штучки сделала внизу. И в серединке, вот в эти вот пространства, я добавила еще вот такой вот джем лимонный, чтобы добавить немножечко кислинки. Якобы написано экопродукт, но загуститель здесь все-таки есть. Но я думаю, что без загустителя... А, причем это пектин, то есть это природный материал. Ну, в общем, не суть. Важна лимонный джем. И сейчас буду как-то украшать. В общем, хочу украсть и пряниками. Сейчас подумаю. Вот что получилось. Не знаю, мне не очень нравится, потому что, вернее, мне это все нравится, но мне кажется, не хватает чего-то более яркого. И я бы сюда все-таки розы бы ставила. Но так как вот какие живые цветы у меня есть, такие я сюда и вставила. Я их предварительно помыла хорошо. И все низа, чтобы вот эти все соки не попадали, весь низ обмотала пищевой пленкой. Вот, так что и вставила их. Так что вот так вот. Они, наверное, немножечко подвянут, но сейчас я торт закрою в коробку, поставлю в холодильник и буду ждать вечера. Не знаю, это на букву В вообще даже не похоже, мне кажется, да? Да? Хорошо, сынок. Теперь Антоха пылесосит. Так, все, мы собираемся на день рождения. Я тут крашусь. До тети Любы? Нет, мы же до тети Вики. Ой, подожди, у меня что-то с телефоном. Вообще что-то фокуса нет. Так, ну рассказывайте, молодой человек. Там и рядом кто-то Люба. До тети Любы? Нет, это... Да тети Вики сейчас поедем, да? Ну что, давай собираться. Сейчас мама еще левый глаз накрасит и поедем, да? Все, отходи от мамочки. Подальше, чтобы меня не пугал. Понял? Вот такая вот у нас есть песенка. Мамочка любимая, самая красивая, да? Это наша любимая песенка. И я тебя сильно люблю, мой хороший. Потому что ты мой сынок. Вот так вот. Все, беги гуляй. Она мне тут одела лапу. Да? Да. Под глазом. Да, всех поцарапанные пришли с садика. Ну, это же бывает, это же мальчики. Ну, не видно, да. Я... Так. У Антохи вот... У тебя с какой? С левой стороны? Вот. А у Афоньки тоже с левой стороны. Да. Это лево? Ну, я не знаю. Да, да, да. А вот право, вот слева. В общем, все, красимся и едем на день рождения. Да. Так, собираемся, собираемся. Можно, да, ботинки. Все, главное бантик завязать и красиво сфотографировать. А то, что внутри пофиг, пустая коробка. Да, главное, что она с бантиком. Так, поехали. Все, выключай Cartoon Network этот дебильный. И поехали на день рождения. Ура! Мы счастливы. А ну-ка громче крикни. Ура! На бумажке. Я подругаюсь такая. СМС-ка. А как вы возьмете? Полиция спрашивает, что у вас. Он же срывается. Мне нужна бабочка. Первая сессия. Это ж буква В, ты понял? Да, у тебя одна тоже вверх ногами, что цифра 4. Смотри, там шайка.
Я уже когда защищала. Я понимаю, я могу даже сказать, час 11.45. Даже 40. Сейчас 1.47. Нет. 23. Домой хочешь? Леша говорит. Раздеться. Ну, дома уже. Сейчас покажем, как надо играть. Еще раз прочитай. Богдан, прочитай. Второй класс. Давненько про трех поросят. Российская народная сказка. Давненько. Когда свиньи пили вино. Когда свиньи пили вино, а мартышки жевали табак, а куры его клевали. Это только начало, да? Еще раз давай. Давай дальше читай. Давным-давно, предавно, когда свиньи пили вино, а мартышки жевали табак, а куры его клевали, и от этого жестокими стали. Ты продолжение, да? Время. У нас подписан все.